народ, всем привет. Жилье сдаю до моря минут 5-7. Вот, почти центр. Кстати, есть центр метров 50. Жилье. Вот такой вот. Номер студия. Вот. Лично я сдаю. Можете обращаться спокойно. В описании телефон будет. Так, вот такой вот кровати, диванчик, ну, 2-3 человека. Возможно, и 4, если двое взрослых, двое детей. Ну, это как бы так. Тут телевизор, микроволновка, посуда. Что здесь? Помыть посуду, умывальник. Кухонька такая вот, кстати, неплохая. Ну, тут просторно, в принципе. Просторно. Холодильник, шкаф. Тут всякое разное в шкафе. Кондиционер. Тут душ, туалет. Тут туалет. Умывальник, душ. Зеркало, вот такое вот зеркало. Ну, в общем, звоните, пишите. Сейчас август, в принципе, это видео снимаю, потому что сейчас освободилось жилье. Вот, рабочие уехали, жили здесь. Вот, сентябрь тоже свободен, еще домик на сентябрь свободен, домик. Вот. Пишите, звоните, можете писать на WhatsApp, чтобы деньги не тратить, свободно, там сколько у вас человек. Единственное, что здесь машину рядом не поставишь. Рядом машина прям не будет стоять, метров 100 от жилья. Вот, имейте в виду. Вот, а так, в принципе, такой полубюджетный вариант. В принципе, все есть, ну, то, что надо. Кондиционер, телевизор, Wi-Fi, кухня, холодильник, микроволновка даже, и, короче, ну, практически все есть. Вот, и телефон в описании сдаю лично я. Если вам еще и на сентябрь надо, то есть еще и домик. Вот, ну и вообще интересуйтесь, может быть, еще какие-то варианты предложу.